spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена очередная линейка рюкзаков от компании Norfin. Называется она Tactic, и на данный момент включает в себя 5 разноплановых моделей. Этот экземпляр самый большой, заявлен как рейдовый и предназначен для длительных переходов. Объем составляет 70 литров, вес равен чуть более 2 кг. Давайте поближе его рассмотрим. Для изготовления рюкзака применяется прочный полиэстер марки 600D. Кроме этого, у материала имеется приставка Waterproof, что указывает на его водонепроницаемость. То есть аксессуар получился не только износостойким, но и способным сохранять содержимое сухим, даже если вы попадете под дождь. Сверху клапана находятся точки крепления системы Molly и две регулируемые по длине стропы. Еще есть два кармана под защитными планками и обыкновенными молниями. Все собачки замков снабжаются прочными веревочными ухватками с пластиковыми вставками. Оба являются отделами быстрого доступа. Сюда можно сложить вещи первой необходимости, ради которых не надо открывать основное отделение. За жесткость спинки отвечает внутренний V-образный каркас из алюминиевой трубки. Здесь же мы видим съемную подвесную систему V1. Она поможет подогнать рюкзак по высоте и зафиксировать с помощью широкой ленты Velcro. Объемные подушки и спинки с сетчатым материалом Air Mesh эффективно обеспечивают циркуляцию воздуха между спиной и рюкзаком. Вверху расположена удобная ручка для переноски на короткие расстояния или погрузки в автомобиль. Анатомические лямки с внутренней стороны имеют вставки из мягкого материала и обшиты сеткой Air Mesh. Имеется возможность их регулировки как по высоте, так и по длине. В районе груди находится стяжка с замком Fastex. Различные инструменты и аксессуары подвешиваются на D-образных креплениях. Также для этих целей можно использовать прошитую стропу. Ниже мы видим регулируемую разгрузочную систему, используя которую вы снимете нагрузку с поясницы и оптимально распределите вес рюкзака по всей спине. Она состоит из широкого мягкого пояса, стропы 50 мм и крупного фастекса. Напомним, что вместимость основного отдела составляет 70 литров. В районе спины расположен отдельный карман с мягкой стенкой и текстильной застежкой. Есть доступ к металлическому каркасу. Чтобы увеличить полезный объем, необходимо развернуть тканевую горловину. Закрывается все путем стягивания веревочных шнурков с кнопочными фиксаторами. Кстати, получить доступ к вещам, сложенным в районе дна рюкзака, можно и через нижний вход, расположенный под горизонтальным замком. Обратите внимание, основной объем можно использовать как единое целое, а можно разделить на две части. Для этого необходимо воспользоваться стяжкой, вшитой в тканевую перегородку. Таким образом, мы получаем еще один вместительный карман. По бокам предусмотрены высокие вертикальные отделения, в которых поместится небольшая емкость с напитком, компактная электроника или необходимый в походе инвентарь. Еще один отсек расположен на фронтальной стороне. Он также закрыт молнией под тканевой планкой. Здесь найдется место под ключи, документы, кошелек или какие-нибудь мелкие вещи. Используя дополнительные элементы крепления, вы сможете зафиксировать снаружи рюкзака переносимые вещи и инструменты. Для этого есть различные стопоры с регулировками и фастексами. А также еще одна система Molly в районе днища. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.